Наш организм и психика, они должны отдыхать. Там у всех людей есть свои потребности с точки зрения отдыха. У кого-то их меньше, да, и они, конечно, большего достигают. Меньше потребности отдыхать, зато больше усилий, соответственно, больше времени, которое они тратят на свою работу и так далее. Вот, поэтому у кого-то нужно, наоборот, больше отдыхать, но у всех есть необходимость отключаться, спать, я не знаю, делать какие-то бессмысленные вещи, вот, ну, не имеющие какого-то там большого судьбоносного значения, но позволяющие вам на что-то переключиться, почувствовать себя по-другому. Вот, поэтому ресурсное состояние никогда не будет постоянным, оно будет как бы... Ваша задача быстрее восстанавливаться. Вот чему научиться.